Все, я готов. Всем готов. Раз, два, три. Ребята, операторы, мотор. Изначальный был посыл автора, ну, идеи Кранглик пришел, давайте я покажу, как танцевать буги на нескольких своих парах, которые, ну, как-то пробуют танцевать. Даже те танцоры, которые не являлись танцорами буги. Ребята, привет, это Игорь, наш тренер. Ребята, привет, это Игорь, наш тренер. А уже мы привнесли туда каких-то чайников, ну, как я его называю. Давайте, чтобы чайники попробовали выучить, вообще получится или не получится. Как подбирали, мы сели вот так вот, просто на пальцах каких-то своих знакомых перебрали, кого бы было бы клево. И я скажу, что парочку тех, которых мы сомневались, что пойдут, ну, в смысле, я благодарен, что они пришли, не буду называть фамилии, а они решились, и они выдержали, и весь конкурс, это тяжело. Тяжело, два раза в неделю, весь, ну там полгода практически, они репетировали. Благодарен. Кто ходит в гости по утрам, кто поступает в утро. Эксперимент более чем удался. Мы изначально, ну, понимали, что есть минимальный формат, вот подобно, ну, такие сюжетики. Но это неинтересно было. И хотели, давайте тогда уж проект сделаем. И по мере того, как мы входили в проект, у нас все больше понимания, во-первых, возникало, и планка росла этого проекта. Это ж впервые, у нас не было никакая не готовая франшиза. Мы по ходу меняли правила, сами себе что-то придумали, какие-то сценарии. Вот в результате получилось то, что получилось нашим коллективным трудом. Кстати, самая частая ошибка, когда начинают танцевать с разных ног. Бывает такое, две ноги, правая, левая. У партнера, у партнерши можно запутаться, с какой ноги начинать. Все просто, в начале танца мы встаем в рамку, в пару друг с другом и начинаем двигаться, тем самым обезопасив себя и ее от наступания на ноги. От себя сам делаю шаг в противоход. То есть это партнер решает, куда пойдет партнер? Всегда партнер решает, куда пойдет партнерша. Самое главное в танцах в стиле свинг – это баунс, то есть качелька вниз и приятное лицо. И степ, степ, трипл степ, 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 трипл степ. Здесь партнеру правой рукой я хорошо сохраняю линию танца, я ее веду мимо себя. И получается, что она на эту же руку и упирается. И так как ей дальше некуда идти, под пружинкой она возвращается обратно. Очень долго рождался вот сам вот этот вот проект Boogie Session. Мы очень долго обсуждали, думали, как это будет, его структуру продумывали. Это один из таких вот моих любимых, да, вот, наверное, проектов после «Яркого». Я люблю творчество, люблю вот такую вот как бы движуху, общение, да, как бы с интересными людьми, видеть их рост, да, как вот что-то вот у них это меняется, как с первых тренировок, да, вот когда они пришли, ничего вообще не получилось. Получалось, да, вот были такие вот как бы деревяшечки. И вот смотрю, как они уже готовятся к финалу, разучивают какие-то танцы, показываю. Я просто восхищаюсь как бы вот этими вот людьми. Ты вот так меня подними. Нет, не могу. Я вижу никаких пользы. Вот так. Вообще. Да.
все как бы участники, да, вот этого же самого Boogie Session, известные люди, у которых есть свои какие-то проекты, своя как бы основная работа, и достаточно сложно собрать такое большое количество людей в одно время, в одном месте. Начали мы на самом деле вот проект готовить, это был август 2021 года. И заканчивается, да, вот проект, последняя серия у нас выходит, это июнь 22 года. То есть мы вот этот вот проект вынашивали, да, и, наверное, рождался он еще дольше, чем вот происходит вот процесс как бы рождения ребенка. То есть вот на протяжении вот всех вот этих вот 10 месяцев мы ежедневно, ежечасно работали всей, да, вот этой вот командой, да, вот в какой-то момент на этапе, там, например, начала у нас была там небольшая, да, там небольшой коллектив, где-то порядка, наверное, 3-4 человек. Но впоследствии вовлеченных людей в проект нас стало где-то порядка 10 человек. Это состав съемочной группы, кто непосредственно работает над проектом. Там его готовят, занимаются съемками, там, производством. Ну, то есть все люди очень творческие, у каждого есть свое мнение, свое видение вот этого вот проекта. И каждый пытается перетянуть, наверное, одеяло на себя, доказать, что вот его идея, там, его видение намного как бы лучше, намного интереснее, чем, да, там, вот у другого человека. И вот здесь нам приходится находить такую вот золотую середину и... Ну, мне кажется, мы ее нашли. Давайте, Надя. Я имел представление, как это делать, но развлекательного такого большого проекта, в принципе, я не делал таких вещей. Огромное количество материала отснятого, которое надо все это переварить, уместить в голове и выложить это все в 20 минут в одну серию. А материал этого остается еще там вот столько. И, конечно... Когда мы же снимать начали в декабре 2021 года, и у нас терабайты этой информации. То есть у меня жесткий диск на 3 терабайта. Он весь заполнен. То есть, ну, это очень много. И, конечно, вот тяжело в плане обработки вот этой вот информации. Потому что, как ни крути, у нас же все равно команда такая, она не состоит из 10 редакторов, которые там тебе все отсматривают. Все равно же это все приходится вот аккумулировать на себя, ну, в частности, там, на автора, на тебя. Было очень важно, на самом деле, показать некие человеческие истории, чтобы это было интересно, смотрибельно, и чтобы зритель мог за людьми наблюдать и, кроме того, еще узнавать этого человека. Что это за человек, чем он живет, и что за ним стоит, кроме вот этих вот танцев, как таковых. Даже если мы не станем вдруг супер-пупер танцующей парой, да. Но в жизни даже это... Алена такая. Вот, этого вот нам не хватает в отношениях. Вот, когда у нас что-то получилось, и мы поймали это совместное движение, вот это, вот именно этого нам не хватает. Да, сложно словами писать, но это ценно на самом деле. Все было. За Уралом я не знаю, в принципе, производство реалити-шоу, потому что это очень сложный, трудоемкий, требующий огромных ресурсов процесс. Чаще всего мы шутим про приятное лицо, которое является обязательным атрибутом, когда танцуешь. Это как? Я сама не знаю. Лица при этом приятные. А есть да. Один танец, чтобы можно было неприятное. Да, есть? Неприятное лицо. А ты фишки. Самое главное, это приятное лицо. Можно на красавчик, как хочешь. Лицо должно быть приятное. От участия в проекте не устала?
Нет, конечно, вообще я с удовольствием принимаю участие в проекте, и когда он уже закончится. Нас тут держат, помогите, они забрали паспорта и выпускают только на работу. Как-то так получилось, что вот мы подобрались, такие люди, очень легкие именно в общении. Есть танцоры, есть не танцоры. Танцорам было, мне кажется, сложнее, чем не танцорам. Нам пришлось переучиваться. Мне, честно признаюсь, было легче всех только по той простой причине, что я уже имела опыт танцевать сошел, именно сальсу. И легче мне было не во всем, естественно, а только вот в процессе ведения исследования за партнером. В остальном нам переучиваться всем танцорам, к народникам и так далее, было очень сложно. Здесь совершенно другие позиции. А что там, какой вопрос-то был? Сплетни? А давайте посплетничаем. Хорошо. Там еще можно что-то сплетень давить так-то, если что, вот эти рога. Можем. Я шучу. Меня, например, заставили экстремально быстро отрепетировать, поставить, отрепетировать и снять танец. За 6 дней мы все это сделали. 6 дней. У меня были тренировки по 4 часа в день. Я уехала, приехала, поболела, вышла снова в тренировки, а никто еще не снял свои танцы. Я вошла в проект позже всех, с января 2022 года, и сразу получилось с места в карьер. Потому что с 20-х чисел января и по конец апреля в моей жизни практически не стало выходных. И когда у тебя полноценный рабочий график, рабочая неделя, и вот когда надо идти на съемки в субботу или воскресенье, думаешь, зачем тебе это надо? Но когда ты приходишь и видишь ребят, у которых не менее загруженный график, а может быть даже и больше, и ты видишь, как они отдаются танцу, ты слышишь музыку, а я очень слышу, чувствую музыку, и ты понимаешь, что тебе это нравится. И ты забываешь про всякую усталость. И ты выходишь, как ребята выходили с репетиции, а ты выходишь после съемок и понимаешь, что день сложился замечательно или вечер сложился замечательно. Много получилось съемочного материала, и с режиссером иногда приходилось, ну, бодаться, потому что ты видел одно, он видел другого, и ты понимаешь, сколько всего не вошло с репетицией. Поэтому было принято решение. Сначала мы планировали выпустить 8 серий про каждого участника и финал. А в процессе мы поняли, что нет, этого недостаточно, поэтому у нас еще будет серия неизданная. Минуту внимания, сейчас. Да, у меня и кроссовки отвалились. Они остались, отвалились. Да, они остались. Они обуги. Буги приводят кроссовки в старость. Единственный у меня остался незакрытый гештальт. Я очень люблю музыку. Но при этом, восхищаясь всеми, я так и не решилась потанцевать. Пробная репетиция у нас на, видимо, камеру. Вот. Ну давайте, значит, задание следующее. У нас как раз три партнера. Даже. Или четыре. Оператор тоже танцует. Вот. Значит, давайте вспомним. Весь проект. Вы, зрители наши,
и вся группа смотрели нашими глазами, то, что где мы видели, где мы реагировали. Для меня, соответственно, это уникальный проект, потому что он у меня первый. Я никогда раньше ничего подобного не снимал. Танцы были по обе стороны объективы. Лиза. Счастливые. Приятные. Приятные. И я. Ты слетаешь, смотри. Смотри, что это? Ты сама пускай. Все, я там выдержу? Нет, ты туда сама пускаешься. А, да? Сейчас я же вижу. Нет, ну ты сядь вот. Что будет дальше? Ну, сейчас я пить руки. Девушка какая-то. Ну, вот что ты задаешь? И так все такое. Танцуем Чарсон. А вы следите за нами на 7-м канале «Красноярск». Валентин, Данил, я, все мы двигаемся. Постоянно перемещаемся, между собой тоже договариваемся, да, там, ты снимаешь общие, я снимаю крупные. В команде понятно, что все легче. Мы все как-то очень быстро нашли общий язык. И с режиссером, вот мне говорят, надо вот так. Ты предлагаешь варианты, это сразу то, что нужно. Получается, что коннект произошел, поэтому лично для меня ничего сложного не было. Ну, кроме того, что мы там часами с камерами на плечах, нелегко, нелегко. Ну что, работа такая. Был легкий мандраж, было чуть-чуть страшно, но весь страх, он пропал, как только я увидела команду, как только я поняла, что я работаю с профессионалами. Очень помогал режиссер, съемочная группа, все друг под друга подстраивались. Особенно был интересен процесс того, что тебе нужно надеть муху, а человек будет танцевать и разговаривать одновременно. Тебе нужно на съемочной площадке постоянно варьировать между операторами, ведущими и находить те самые ракурсы, те самые позиции микрофона, чтобы было слышно все, ребят было слышно, и драйв не потерялся всего процесса. Так, чуть подальше тогда. Да, да. Именно так и надо сделать. Окей. Все, сейчас мы пишем тестово, закрывайте дверочку. Для меня, как для звукорежиссера, в первую очередь, этот проект не только танцевальный, но и музыкальный. Мы поработали с потрясающими Патриком Ижачей и Маргаритой Левинской. Мне очень понравилось именно, что они раскрылись в плане как музыканты, что они придумали песню, что они подготовились к этому, что они пришли ко мне с желанием сделать что-то особенное и показать это тоже в нашем проекте. Несмотря на то, что проект наш танцевальный, мы смогли сделать очень крутую песню. Танцевать день и ночь, мы кайфуем! Так Патрик мне предлагал петь эту песню. И она хорошо пела эту песню. Я сегодня пришла на очередную тренировку, очень скоро все соберутся, мы продолжаем изучать движение, погружаться в танец. В общем, скоро вы сами все увидите. Пойдет? Команда классная подобралась. Во-вторых, участники бомбические. Просто было настолько здорово с ними со всеми познакомиться, узнать их всех поближе. И, если честно, мы сейчас со многими дружим, общаемся, и я надеюсь, что эта дружба перерастет в нечто большее. Мне кажется, с командой 7-го канала у нас любовь. Я так хочу, чтобы это не кончалось. Ну, правда, хочется еще в новый проект нырнуть или этот пролонгировать, или какой-то новый. Я втянулась. И все. Поздравим Патрика, что у него дочка родилась. Опять? Опять? Что значит опять? Ну, сын, дочь. Да, 4 числа. 4 февраля дочка родилась. Все танцуют буги. Буги – семья. Кроме мамы. Не останавливайся, Патрик. Нам пора заканчивать, а уже через неделю в новой серии нашего шоу мы узнаем, как парный танец укрепляет отношения. Ну а пока танцуем все вместе. Что, ты не писал? Писал.
собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук широк, я закрываю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра, ведь я люблю буги-вуги. 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 Я танцую буги-вуги каждый день. Вот что-то не так, сегодня я одинок. И тут я слышаю телефонный звонок. Я звоню тебе и говорю тебе: привет. Мы не виделись с тобой 100 000 лет. И если тебе нечего вечер занять, ну почему мне с тобой не пойти потанцевать? Ты любишь буги-вуги. 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день. На дискотеке темно, мерцают огни, танцуем мы и танцуют они. И если ты устал, то присядь надолго. Иди на скамейке, браво. Нету долго. Новую пластинку ставь, диджокей. Я приглашаю тебя, танцевай, эй, эй! Мы любим буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. И вместе с нами. Мы любим буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. Shots, we're shots.